Я бы на твоем месте туда сейчас не входила. Как мог поступить? О чем они там спорят? Солдаты Пейгана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное — собрать информацию о противнике. Сабал, что надо срочно спасать наших людей. Вы совершали. И давно они спорят? Против самих богов. Давненько. Всегда одно и то же. Те же слова и доводы. На самом деле. Эй, я не хочу быть навязчивой, но... Ты Аджай Гейл, да? Я делаю спасибо все, чтобы наш тебе народ за помощь. Здесь тебя все уважают. Вы совершали преступление. Золотой путь спас меня, и я их должник, но... Вообще, я приехал развеять прах матери. Пусть так. Но теперь ты видишь, что Пейган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Хочешь или нет? Но ты должен Кирату. И твой выбор решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни об этом, когда войдешь. О, отлично. Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. На кону жизни. Бездействовать нельзя. Нет, идет война. Данные важнее. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе. Амита, может помочь с разведкой? Ладно. О крупной операции говорили давно, и тут атака на Банапур, но... Что-то не так. Я думаю, это не все. Нужны новые данные. Но из лагеря нет вестей. Самые атаки. Осторожней. Ладно? Нужна помощь?
Наш лагерь хотят атаковать. Неясно когда, но это и не важно. В любом случае им нужна поддержка. Хочешь помочь? Отправляйся к ним.